Всем привет, с вами Кирилл, и сегодня у нас Авточес Мобайл. Давайте сыграем полноценную игру, посмотрим, смогу ли я выиграть. Будет, конечно, тяжеловато, потому что все-таки юниты не очень привычные, и в оригинальную доту Авточес я не так много играл. Будем сейчас пытаться тащить, потому что здесь еще много начинающих игроков. Так, у нас есть Энчантер, есть Тускар. Давайте возьмем и залокаем сразу. Потому что у нас получается на следующий ход мы можем тоже на следующий раунд купить еще одного тускара. У нас будут охотники. Точнее, звери. Потому что тускар это зверь, энчантер это тоже зверь. Будем, не знаю, пробовать, может, собирать зверей и друидов. Потому что начало такое, как вы видели, прям три юнита уже есть у нас. Будем вызывать кучу самонов. Потому что есть такая стратегия. Сейчас буду, не знаю, пробовать ее собирать. Получится, так соберем. Что уже вот получается у нас есть три героя. Потому что здесь просто остальных кармы точно нам брать было, чтобы можно было прогрейдить до второго уровня. Ну, морем. Если, конечно, у нас не будут заходить нам друиды, либо звери, то это, конечно, будет проблема. Конечно, непривычно здесь перещелкивать все это дело. Так, здесь, к сожалению, ничего нет, но надо что-то взять. Давайте, наверное, Акса возьмем, потому что не хочу я своих тускаров ставить. Будем хоть какую-то еще синергию пытаться собрать для начала, какие-то бонусы иметь. А бонусы воинов нам хотя бы пойдет. Потому что я не хочу первого раунда тоже проигрывать, чтобы... Не терять голду. Так, еще какой-то предмет. Конечно, с предметами совсем. Пока. Так, на память что-то помнишь. Это получается у нас Void Stone. Он для магов, по-моему, там. Так, врагов тут. Какой-то тоже снизу микс. Нужно убийц. Так, есть два друида еще. У нас получается в середине это, по-моему, Фурион. А, справа. Так, конечно, по модельке тяжеловато понять, но, по-моему, по прошлой игре, когда я смотрел, это был Тренд Протектор. Давайте, ну, пробовать, наверное, собирать все это дело. Звери плюс друиды. Будем вызывать кучу всяких самонов. Потому что вот здесь, по-моему, Трента у него там подхил был какой-то. У нас, получается, герои будут хилить и вызывать кучу дополнительных существ. И за счет этого выигрывать. Так, главное здесь не проиграть. В принципе, должны, я думаю. Да, у него откатится ульта и должны убивать его. Отлично, прям... Совсем на тоненького сыграли здесь. Так, опа, вот и Фурион у нас. То есть мы уже в Туфрёна делаем второго уровня. Отлично. Начало, конечно, бодрое у нас. Тут я немножко ошибся, потому что друиды собираются немножко побыстрее, насколько я помню. Нам не нужно было 3 юнита одного типа. Но эту механику я, конечно, сам не очень хорошо помню, потому что в оригинальную доту, сейчас я не так много играл. Я тут базовые вещи знаю, какие есть комбинации здесь, но... А, так досконально еще пока тоже. Сейчас буду тоже разбираться в этом. Так, ну что мы проигрываем здесь. Но у нас есть, правда, Фурион второго уровня. Вот он вызвал, видите, снизу в углу дополнительного юнита. Он, правда, один сейчас ничего не сделает. То есть здесь проиграли. Тут есть у него тени второго уровня. То есть там юниты тоже у него заряжены. Так, здесь у нас ничего для нас нет. Ну, давайте пробовать дальше, посмотрим. 96 хп у меня осталось. Да. Вполне очень много, как вы понимаете, еще. Поэтому можно пока пропустить, не обновлять героев. Посмотрим, что у нас будет по следующему раунду. Но нужно будет уже смотреть и уже думать. Так, опять там получается тени второго уровня, и Акс, по-моему, здесь второго. Ну, сразу мы как удачно завкусили у него одного героя.
наш миньон. Ой, энчантрус выжила на одном ударе. Сейчас она начнет хил врубать. То есть, видите, она хилится так. В этом радиусе. Ну, тут повезло, честно говоря. Очень быстро мы зафокусили, плюс у нас герой выжил на одном ударе. Так, опять Фурион здесь есть. Ой, Тускар у нас есть. У нас уже получается... Герои тут хорошо прокачаны, я думаю, для начала. Как видите, два всего нужно друида. Такая у них пассивка, что из двух они собирают сразу юнита второго уровня. То есть у нас уже получается два юнита второго уровня. До седьмого раунда вполне неплохо. Могло было бы и похуже все быть. Так, тут сколько у него юнитов-то уже? У него 6 юнитов, что ли? Раз, два, три, четыре. Да, 6 юнитов. То есть он, походу, все тратит на увеличение левела. Ну, конечно, тут без шансов. Но мы как тут золото свое экономим. Не так, конечно, распоряжаемся. У нее тут и юнит второго уровня есть. Неплохо. Конечно, синергии у нее здесь не очень много. Тут гоблины у нее есть. Так, там враги сражаются наши. Что-то непонятное. Так, энчантра есть, это хорошо. А сейчас энчантра будет второго уровня тоже. Три юнита у нас уже второго уровня. Отлично. Да, пока, наверное, так оставим. Как видите, коплю я голду. Но поставим просто, чтобы сделать апгрейд, что надо было 5 юнитов, потому что проигрывать я тоже не хочу. Все-таки 6 юнитов против 4 это численное преимущество, очень серьезное. А голду я оставляю, потому что там есть такая экономическая фишка в этой игре. Что когда у нас 10 голды, мы получаем бонусную 1 голду. Когда у нас 20 голды, мы получаем бонусную 2 голды. 30 получается 3, 44, ну и 55 голды. То есть 50 это максимум. Тут больше 50 голда нет смысла держать. То есть пока мы выигрываем раунды, в принципе, я стараюсь, как вы могли видеть, не крутить рулетку, не искать героев, потому что здесь все-таки надо понимать, что... голда здесь очень важна, и нельзя просто так тратить ее. Как видите, у нас 3 миньона здесь уж просто получилось. Так, здесь у нас, к сожалению, ничего нет. Но пока выигрываем, я не знаю. Давайте, наверное, пока ставим. Пока мы, в принципе, хорошо держимся. 89 у нас жизней. Немножко перетащим все это в угол. Не знаю, сколько полезно сейчас будет это. Потому что у нас все-таки не маги. Маги обычно ставят в самый нижний угол своих юнитов. Но у нас тут такие самоны прям куча будет сейчас. Так, ну тут мы должны выигрывать. Мы миньонов навызываем и все. Правда, у нас пока два только фуриона вызывают дополнительных миньонов. Но все равно. То есть два миньона лишних, это все равно получается не буду наносить какой-то урон. Плюс у нас два хила есть от вот этой дриады и от, получается, от Тред Протектора, который здесь такой с булавой выглядит. Так, а вот еще один Тускар есть. Пока ничего для нас. 28 голды, 89 хп, прям вообще отлично идем. Наверное, до полтинника так. Если сейчас так дойдем, то, в принципе, по экономике мы очень хорошо себя держимся. Тут какая-то солянка у него. У меня прямо снизу тут соляночка. Так, пока еще тяжело ориентироваться в этих героях. Так, против мобов сейчас мы деремся. Честно говоря, вот эти раунды я очень плохо знаю. Там, когда у нас мобы появляются, там сколько-то раундов, когда у нас появляются между собой, мы деремся. Нужно, конечно, немножко подизучать будет. Так, здесь у нас, к сожалению, опять ничего. Ну, 35 голды уже. То есть видите, как голда быстро у нас уже идет. Мозги даже не знают, тут кого куда ставить. Давайте перетащим, я не помню, по-моему, это дает дополнительную ману быстрее. Это похоже на догон у нас. Догон
Не собрать пока, к сожалению. Так, вроде справляемся мы. Так, у нас хил включился, отлично. Там джиггернаут раскрутился, но ненадолго. Так, сильно, конечно, входит уже. Неужто проиграем сейчас? А, не-не-не, хил у нас пока есть. Главное добить одного. Добили, отлично. Так, это у нас Хаус Кнайт, и он стан свой отдал. Тут мы добьем его. Прям вообще очень было близко. Так, еще один Фурион у нас есть. Мы сейчас еще одного, получается, если найдем, у нас будет уже юнит третьего уровня. То есть это очень будет сильно. Как видите, вот здесь была показана голда плюс 5. То есть нам нужно еще 7 голды получить. Сейчас мы, наверное, выиграем опять, получим дополнительную голду. И будем потом пытаться крутить очень быстро, когда у нас будет больше 50 голды. Конечно, юниты прикольно выглядят. Хил спасает. Так, у него тут тукан есть, получается. Видите, волки дополнительные. Нам тоже нужно найти этого героя будет. Так, здесь... да, здесь опять ничего. Но у нас 54 голды. Давайте пробовать искать. Так, отлично. Находим мы еще героя. То есть мы сейчас проделаем апгрейд. Становится второго уровня у нас. Не знаю. Ну, наверное, ставим пока 50. В принципе, вам вообще очень хорошо идем. Не знаю, поставим дополнительного просто юнита, потому что нужно кого-то поставить. Их нижних не вижу смысла вообще ставить, а хоть какой-то бонус у нас есть еще дополнительный. Что это за юнит, я честно, не могу понять. Это так и не поймешь. Что, знаю, конечно, большинство юнитов, потому что, ну, играл в оригинал, но здесь, да, даже не знаю, что это за герой. Сейчас, может, чуть-чуть со временем допойму. Да, конечно, проблема это, вот, конечно, перевод. Так можно было почитать и сразу, ну, понять, что это за герой. И так немножко теряешься. Так, еще один Тускар. Давайте искать. Здесь ничего. Так, вам, да, ничего тоже у нас нет. Так, еще один тренд, отлично. Так, Фурион, вот, отлично, просто смотри, сейчас смотри, как будут эти уровни. Такой здоровый стал. Да, теперь это серьезная угроза уже он. Блин, у нас 5 юнитов из 6, то есть мы этого не поставили, это ошибка была. Надеюсь, она не будет критичной для нас. Пока шансы хорошие. Что это за пассивка? Это охотники, что ли, по-моему? Надо, наверное, пользоваться этим увеличением экрана. Так, ну давайте, наверное, соберем этого юнита. Но это не Марта, точно. Так, еще не Тускар. Так, Тускар второго уровня. То есть нам нужно еще 3 Тускара, будет третьего. Так, 56 голды у нас есть. Просто поставим его. Так, сейчас, наверное, можно, да. Я что-то взял, просто переролил одного. То есть там было 3, я только сейчас это понял. Но зато здесь есть Лукан уже. Называется, слишком быстро у нас волна пошла, что-то я подрастерял. Ну ладно, потому что лидируем, немножко расслабленно играем.
Так, у нас есть Лукан теперь. Нам нужно еще этот герой новый, который я купил. Он вызывать будет двух волков. То есть это еще дополнительные юниты будут. Нам нужен еще потом будет Лондруид. Так, еще один Лукан, отлично. Так, мы сейчас делаем апгрейд этого юнита. Давайте возьмем Лукана, потому что это основа здесь тоже наша. Возьмем эти предметы на дамаг. Не знаю, когда ребята наносят урон. Здесь раскидаем все эти предметы, потому что они просто болтаются. Я так забываю уже про них. Так, отлично. Конечно, еще непривычно, как видите, тут немного теряюсь в этих роллах, потому что быстро еще не успеваю все делать. Потому что модельки такие все довольно-таки новые, немножко теряешься именно вот этих иконках пока. Как видите, у меня целый уже такой зоопарк получается из юнитов дополнительных, потому что здесь много героев, которые вызывают еще дополнительных самонов. А пассивка у нас получается, что они получают все урон дополнительный. То есть все много здесь наносят урона у нас. Так, здесь ничего для нас нет. Надо сделать апгрейд, пока я не забыл. Здесь вот этот юнит. Блин, что это за юнит? Не могу вспомнить. Так, он же не друид у нас. Так, здесь ничего нет. Так, 60 голды, как видите, быстро. Голда идет у нас. Так, это Сан Кинг вообще. Странно, я не помню, что был Сан Кинг в оригинале. Но, походу, он тут есть. Или там тоже он был. Нет, хотя там я точно не помню Сан Кинга. Потому что даже когда стримы смотрел, ни у кого не видел его, честно. Так, ну побед у меня уже винстрик, как видите. Так, еще один вот этот юнит. Взял, говорю, еще один юнит, взял, получил левел и забыл. Да, конечно, еще немножко теряюсь я. Зато у нас Лукан теперь второго уровня. Нужно, наверное, будет еще потом, сейчас этот раунд сыграю, может, наверное, левел буду поднимать, потому что так-то у нас получается 89 жизней, то есть мы не проигрываем сейчас, но человека 94, он тоже не проигрывает. Двое у нас получается, они, по-моему, вообще, не знаю, это вылетели или так проиграли сразу. Ну, не знаю, хорошо идем. Здесь, конечно, у нас пробили, но все равно осталось много еще юнитов. Целых два основных и два дополнительных. Так, еще один. Так, нам нужно еще, получается, одно дерево, и мы сделаем апгрейд. Здесь это мужик такой с булавой. Так, еще. Получается, у нас отлично. Что второго уровня. Так, 7 существ. Кого взять? Давайте второго уровня возьмем тоже. Жаль, непонятно, против кого мы сражаемся, потому что все здесь пишется, против кого мы сражаемся, но поскольку все на непонятном языке для меня, так, вот, тяжеловато понять, с кем мы с топ-1 сражаемся или нет. Так, ну его сейчас я топ-1 уже. То есть я, получается, его пробил, наверное. Так, у меня его сакаст. Тут, получается, какой-то винстрик, у меня, по-моему, 10 побед. Так, есть Тускар. Так, вот еще, получается, наконец-то. У нас, получается, существо сейчас будет еще одного третьего уровня. То есть у нас два существа третьего уровня. А моделька становится супер огромная. Так, здесь пока ничего нет. 57 голды. А, не пропустил его. Тут, походу, есть какие-то, может, модельки, которые в оригинале нет. Потому что я вот Санкинга не помню вот этого... который с даггером. Я тоже, честно говоря, не знаю, что это за герой. Так,
Так, он сейчас тоже соберется, он получается до третьего уровня. Так, это плоть мейл у нас, из него можно собрать здесь, получается, это кираса, но мы тут вряд ли ее соберем. Здесь нам один предмет остается тоже. Так, а вот апгрейд, кстати, у нас есть. И вот третью. Нифига себе, такой здоровый он тоже стал. Конечно, моделька становится просто огромная. Сейчас он, наверное, будет вообще выдавать кучу урона у нас. Дриада. Дриада у меня третья была. А, нет, дриада у меня не третья была. Я только второго уровня она. На самом деле очень слабо. Как я знаю, в оригинале вот эта стратегия, через которую я сейчас играю, это звери-друиды. Она очень сильная, но она сильная это в середине игры. Получается, в более поздней игре, если игра сейчас затянется, мы проиграем. Потому что вот эти самоны, они сильные, но поначалу. Мы берем просто, как видите, количеством огромным. То есть у нас очень много дополнительных юнитов, с которых тяжеловато пробивать. Потому что каждый дополнительный юнит и проблема. Вот энчантера. Так, у нас получается одна ста и лукан здесь. Отлично. Давайте левел возьмем, потому что левел будет увеличивать шансы на более редких героев. Шмодельки, блин, клевые здесь есть вообще. Ну, шанс, не знаю, шанс у нас здесь на топ-1 очень большие, потому что 89 жизней у нас, по золоту мы просто отлично идем. По левелу я, конечно, не очень пока разбираюсь, но нас пока не пробивают, значит, хорошо идем. Кстати, за каждое вот это дополнительное существо мы наносим тоже урон. То есть кучу вызвали существ, получается, мы сильнее пробиваем нашего соперника. Это крутая такая стратегия, как раз на середину игры. Так, еще одна энчантра, по-моему, это последняя, да? Да, это последняя. Сейчас мы делаем второго уровня и третьего сразу делаем. Отлично. Вот, получается, уже, по-моему, 4 существа третьего уровня. Я 2 голды еще. Кстати, нам, да, нам нужен вот этот виномансер. Он будет тоже вызывать дополнительное существо. Только сейчас, по-моему, я его получил. Потому что я что-то не помню, был он до этого, либо я пропускал его. Но, как видите, он вызвал такого маленького слизнячка. То есть это тоже существо, которое наносит тоже урон. Как видите, у нас существ просто в два раза больше становится, чем было до этого. Ну, не знаю, здесь прямо я чувствую, прям топ-1 мы берем. Потому что кто был на топ-1 сейчас, этот... То есть на втором месте он уже очень сильно просел. То есть у него 60 жизней уже осталось, а было больше, чем у меня. Так, еще один виномансер. Отлично. Здесь ничего. Голда есть, спокойно крутим. Ничего нас тут не останавливает пока. Так, а это что за воин? Тоже какой-то непонятный опыт. Так, ну... Успеем? Да, успели. Главное перетащить еще. Так, перетащить мы не успели его. Ну, держит удар. Так, ладно, он хотя бы успел поставить свой вард и умер. Ну, ладно. То задачу он уже на минимум выполнил. Так, а что-то мы тут приседаем уже. Нет, была такая небольшая вероятность, что мы могли проиграть, но что-то ребята наши сделали камбэк. Как эти много хила, отхиливаемся здесь. Просто еще неудачно нас, конечно, ставил герой здесь. Так, нужно какое-то существо поставить. Это... Я не знаю, что это за герой. Похоже на тролля, что ли. Не знаю, но он эпический был. По-моему, это тролль. А может, я ошибаюсь. Опа, так, лондруид. Наконец-то, вот наш последний герой, который нам нужен был для нашей стратегии, Илкан. Ну, отлично. Вот этот лондруид, который я сейчас купил две штуки, он вызывает еще медведя дополнительного. То есть это герой, который еще вызывает существо одно. То есть у нас будет просто очень много существ. У нас вот так уже их просто весь стол почти.
Так, давайте сделаем апгрейд, уберем, наверное, вот это существо. Да, это походу уже троллит, но не знаю. Давайте дальше искать. Есть кунка. Да, взять его просто так. Пускай будет. Кунка прикольный, кстати, герой. Буду давать здесь массовый стан, не знаю. Влезет он нам, не влезет, посмотрим. Просто как контроль можно его взять. Но, мне кажется, здесь такими темпами шансов врагов не очень много. Мы сейчас будем очень много урона наносить. То есть у нас куча существ остается. Так, еще один лондруид. Отлично, это уже второго уровня он. То есть нам еще три штуки найти, у нас будет он третьего уровня. То есть это будет серьезная такая машина уже. Еще кто? Так, есть тролли. Да, это тролль справа. Не тролль, это алхимик был. Из доты. Ну, здесь, конечно, вообще, как видите, шансов нет. Давайте, наверное, продадим. Тролль нам уже не нужен здесь. Так, еще один игрок выбыл. Получается, у него остается 1.8 хп, 15, 35 и 42. То есть, ну, мы близки здесь уже. Кстати, еще, по-моему, ни одной легендарки, да, не было? Блин, петвиномастер пропустил. Быстро перещелкиваю и, на самом деле, только потом осознаю, что пропустил героя. Так, ну, второй раз мы не пропустим уже. Есть кунка, но у нас уже места нет. Так, у нас получается тускар, по-моему, второго уровня, да? То есть нам нужен еще один тускар, и он будет третьего. Так-то, в принципе, вообще хорошо идем. Так, это у него гирокоптер, по-моему, был. Да, это еще минер у него есть. То есть у него две легендарки здесь уже есть. Но все равно, как видите, не помогает ему две легендарки. По-моему, я еще ни одной не увидел здесь. Может, у него левел, конечно, намного выше прокачан, чем у меня. Так, это тускар, это последний, да? Так, это, да, последний тускар. То есть мы сейчас тускара собираем третьего уровня. Давайте дальше смотреть. Где все легендарки, кстати? Хотя нам они, по-моему... И не нужны, но хотя бы, чтобы были. Так, вот легендарка. Так, это гирокоптер. Нам он не нужен. Не знаю, возьмем, может, просто так его потом. Конечно, сюда нам в стратегию не заходит. У него пассивки никак не совпадают. Он относится к мехам, а у нас тут, получается, звери и друиды. Предметов у нас новых нет. Так, остается три игрока всего. Я даже не знаю, у нас, по-моему, уже все, по-моему, что можно, мы уже прокачали себе. У нас лондруид нам нужен еще. Давайте левел, наверное, возьмем, чтобы больше шансов было на хороший дроп. Давайте, наверное, возьмем легендарочку нашу. Чтобы просто была. Может, конечно, было кунку взять, наверное, не знаю. Посмотрим, кунку, либо... Гирокоптер, конечно, он легендарный, но кунка у него контроль крутой, плюс он воин. Так, мы здесь ни одного предмета, кстати, с вами не собрали. Так, это что у нас? Это гиперстоун. То есть он увеличивает скорость атаки в оригинале. Да, сейчас кого-то все раздадим, все это. Так, на мансер еще один есть.
Кунку возьмем. Давайте, наверное, все-таки возьмем, чтобы хоть какая-то была синергия лучше. Легендарка легендаркой, но без синергии она, конечно, крутая, но с Кункой будет поинтереснее, я думаю. Потому что он будет кидать его активное умение, он будет вызывать корабль, а корабль у нас, получается, наносит массовый стан, если попадет туда. То есть это очень будет сильно. Я не вижу, как здесь соперник может выиграть, честно говоря, потому что у него остается 22 жизни. Мы тут, по-моему, вообще уже давно не проигрывали. Мне кажется, он сейчас две атаки наши пропустит, и все, он должен проигрывать здесь уже. Так, еще один виномансер, друид. Мы, походу, все дособираем до третьего уровня. Так, нужно еще нам три виномансера, получается. Так, вулкан. Остается нам один, да, один вулкан остался нам. Так, у него, кстати, еще 22 жизни почему-то осталось. Походу, мы в прошлый раз не выиграли, что ли, его? Давайте посмотрим. Так, ну тут минус 16 ему, то есть... следующий заход он уже не переживает. Так, последний вулкан. Да, это третьего уровня будет моделька у нас. Ну, вообще, теперь мы просто заряжены. Так, энигма есть. Давайте возьмем просто так ее. Все отдадим, наверное, уже, потому что последний раунд. Так, у него интересное расположение здесь. Такое просто ощущение было, что нас пробивало, но нет. Победа! Первая победа моя. Отлично, мы тут, конечно, отыграли. Ну, в принципе, без шансов. Посмотрим, что нам дадут здесь. Так, и мы получаем здесь 50 каких-то очков. То есть новый ранг, что ли? Но мы так и остались на пешке. Так, здесь показан наш результат. 31 на 2. То есть получили 5 конфет еще. Ну, в принципе, вообще очень круто. Довольно-таки круто мы отыграли. Такая уверенная была победа. Повезло, конечно, вначале нам очень хорошо заходило, поэтому и победа такая была легкая. Ну и, наверное, соперник еще, либо тоже, как я, не очень хорошо разбирались в игре. Но я чуть, как вы могли увидеть, получше, поэтому смог определенные комбинации собрать, потому что я знал, что они рабочие, поэтому победил. Надеюсь, видео вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, всем удачи!